Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Только глянь, тут секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Тянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 000 за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Понесло тебя. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Система сканет. Ну потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за? Сворачиваемся. Морис. Ну? Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Клянусь, это правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей. Все пошло не так. Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу, не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Да! Как там с памятью? Ах!
Мне Морис ничего не скажет. Ты другое дело. Эй, Морис! Слышь, чё, как придурок? О, чёрт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. Чуть отвлёкся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Перс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Ха. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. Я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Марисовы братки и бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мориса и вали. Мориса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго! Есть тут кто живой? Вылезай давай! Здесь труп. Один из Вайс-Ройс. Огнестрел. Пушка вон там. И тут мертвяк. Тоже Вайс-Рой. Ну и отлично. Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать. Испортили праздник. База, у нас два трупа в подвале Мэй Стэдиум. Роджер, запол на мой Хорхе Синова, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big Base Steel is on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna get soon, and it could go either way. Sonova pitches, that's a big hit! Нашел что? Не, тут тишина. Один из шишек Вайс-Ройс, бип-ложи, проведаем его. Лады, поднимаюсь. Не-не. Мне нужен отвлекающий маневр.
Так. Лишь бы клянул. Билеты в вип-ложу. Мы не нищеброды типа тебя. Да? Заткнись, Диди, не болтай лишнего, а то нас тут повяжут. Я и без болтовни найду, за что на вас браслеты надеть. Ты не волнуйся. А ну, документы. Живо. Не дождешься. Так, это же... Что? Твою мать. Слышь, ты снимаешь? Чувак, станешь звездой сети, мой милый. Ладно. Черт с ним. И не улыбайтесь, камера не скрытая. Эй, ты! А бабло со снимки мне кто отдаст? Так-так. Джером Ричардс. Всяким дерьмом приторговываешь, значит. Все, оформляем клиента. Слышь, у нас же эти права! Замолчи, наконец. Это твое право. Пошел ты! Хулиган, тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить фаервол CTOS. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Им же должны выдавать коды доступа. Эй, ты Алан? Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек, мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Ради бога. Тут сейчас полицейских будет пруд пруди. Может начаться давка. Лучше остановить матч и вывести всех. Сорвать матч? Не, я не могу. Так найди того, кто сможет. Быстро. Погоди. Дай, Барри. Значит, пусть сам меня найдет. Дело срочное. А что, все настолько серьезно? Еще не знаю. Это место преступления. Коронер уже едет. И почему именно в мою смену? Вот черт! Ты где, Джорди? Я? Свалил. Аллергия на копов. И у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Где?
playoff game? That's terrible. Что там творится? Слышите крики? Он мог сменить машину. База, не вижу подозреваемого. Эстакады кто-нибудь проверял? Бадонов не может спрятаться вечно. Какого? Он ушел! База, это Адам 821. Возвращаемся. Так, прием. Что мы имеем? Того, кто стрелял, я нашел. Осталось разговорить. Но как? Пытать пробовали. С Марисом это не вариант. Нет, нужен другой способ. Сыграть на чудо. Надо подождать. Он расколется. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это! Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж мы оба в выигрыше, поделюсь инфой. Короче говоря, теперь ты можешь юзать сети ОС, кое-какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время. Thank you.
все равно. А мне вот не все равно. Я хочу в полный. Есть. Командир, курс на полный. Этот кошмар. Хочется думать о другом, беззаботном времени, когда она была жива. Но в голове только одно. Тот ужасный день. Нужно чем-то себя занять. Счастье, в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. Да уж, спасибо, CityOS. Всего лишь брешь в системе распознавания. И личные данные всех жителей у меня... Да он края потерял. Нужно преподать ему урок манер. Отслежу сигнал и найду его. Он где-то здесь. Главное, чтобы не засек. Дальше дело техники. Это здесь. Если он и станет действовать, то тут. Походу, он за ней идет. Он совсем близко. Сто пудов. Нет. Черт, спалил. Судя по всему, сейчас нападать не станет. Станет искать новую жертву. Надо работать аккуратней.
Ники, да, знаю. Уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники. Другая линия. До скорого. Ладно. Хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне. Устроим. Барыжит, значит? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым, Джорди. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но... Ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут.